Вітаю, актуальне інтерв'ю в ефірі на 11 каналі. І сьогодні у нас в гостях Євгеній Шульгін, голова наглядової ради торговельно-промислової палати «Україна-Ізраїль». Вітаємо вас. Здравствуйте. Ми знаємо, що ви народилися у Дніпрі. Як взагалі життя в Україні відбилось на вашому подальшому професійному шляху? Ви знаєте, Дніпропетровськ – замечательний город, дуже специфічний город, і в ньому много жило і живе замечательних і інтересних людей. І, звісно, общення з такими людьми завжди відражається на молодих людей. І я жив в місті Дніпропетровську, доволі уїхав молодим чоловіком. І це, звісно, відразилось. Ну і після цього я приїжджав сюди і приїжджаю. І завжди общення з такими інтересними людьми впливають і на твої життєві принципи і на твоє мировоззрення. А на вашу думку, чому секрет нашого міста? Ви знаєте, це Дніпропетровськ специфічний, як я сказав, город. І він ще таким був, коли він називався Екатеринослав. І в цьому ключі, мабуть, складно це об'яснити всім нашим, вашим зрителям. Але є таке зараз нове поняття – місце сили. Это эзотерическое понятие, я не хочу его применять как эзотерическое говорить, но это, наверное, как-то отражает ту ситуацию, которая есть в Днепропетровске, и тот, кто рожден в Днепропетровске, меня хорошо поймет. Ізраїль також називають стартап нейшн, так, як відомо. От чому так і чому стартапи в Ізраїлі розвиваються так успішно, на вашу думку? То, що ми з вами сьогодні бачимо в Ізраїлі, розвиття інноваційної системи, це работа, которая была проведена позавчерашним днем, и сегодня мы видим ее результаты. Это целый ряд вещей, факторов, которые взаимодействуют и действуют, и дают такие результаты. Например, это и образование, образовательная система школьного образования, высшего образования. Это и служба в армии, которая имеет большую специфику от многих других армий мира. Это и то, что государство находится постоянно в критической ситуации. Жителям и государству грозят различные виды опасностей. Это и в том, что ты находишься далеко от своих рынков, которые являются основными. Израиль, внутри государства не так много жителей. Мы, конечно, растем, но это не является достаточно рынком для того, чтобы продавать свою продукцию. И поэтому ты вынужден работать на мировых стандартах, в мировом рынке. Это и связи тех репатриантов, которые репатриировались в государство Израиль, и их личные связи с более чем 100 стран мира. И поэтому это вот такой целый комплекс, который дается. Ну и, конечно, это и то, что Израиль попадает своими действиями, своим пониманием в инновационно-финансовые, инновационно-инвестиционные потоки. И вот такой большой комплекс факторов дает возможность Израилю находиться на топовых позициях в мире по инновациям. Мы, как торгово-промышленная палата Израиль-Украина, смотрим на это и называем это простым 4I, квадро I. Это инновация, интеграция, инвестиция и IPO. Вывод на биржевые платформы тех компаний, в которые вы инвестировали. Вот это, наверное, если очень так вкратце, так как мы в эфире не имеем времени рассказать обо всем, то вот это основные ключевые факторы, которые мы как палата предполагаем, что на работу. Ну, зрозуміло. Багато років ви працюєте в IT-сфері, як в Ізраїлі, так і в Україні. От розкажіть, чим відрізняються підходи в цих обох країнах? Самое главное, подход, разница подходов прямо в вашем вопросе. Это заключается в том, что в Израиле нет IT-сферы, есть хай-тек-сфера. А в Украине IT. Разница, если говорить простым языком, то IT – это производственная часть, а хай-тек – это часть, которая придумывает новые продукты, а потом уже производство их производит для масс-продакшена. Это не совсем так, но чтобы для наших и ваших слушателей это было понятно, мы можем это укрупненными мазками именно так разделить. И разница заключается в том, что в Украине это больше сервисное направление, то есть дают услуги, производственные услуги. А Израиль – это
та часть, которая держит нас по ветру сегодня и понимает, какие необходимости есть на мировых рынках, где есть возможности и как их использовать. Израиль тоже начинал много лет назад как сервисное направление. С этого начался израильский хай-тек. И поэтому в Украине есть все перспективы там быть. И мы это видим, что уже Украина движется очень большими шагами в этом направлении. Ну, сподіваємось. А чи взагалі вважається професія айтішника в Израилі настільки ж топовою, як в Україні? Да, это, конечно, ну, понимаете, в чем топовость? Если мы рассматриваем этот вопрос с точки зрения... С точки зрения грошей, мабуть. Да, понятно, да. С точки зрения заработков, то, конечно, большинство специальностей в IT-области, в хай-тек-области, то, что есть в государстве Израиль, это люди попадают в топ 20% по уровню зарплат. Там, кто ближе, кто дальше, ну, это приблизительно. Поэтому, действительно, это очень такая интересная специальность. Но есть и много других направлений. Там и медицинское направление, врачи, и военное направление, которые также являются топовыми, интересными в государстве, не только в области IT. А чи можна озвучити, скільки приблизно заробляють айтішники в місяць в Ізраїлі? Ви ставите мені неловке положення. Мабуть, є якийсь діапазон, так? Потому что обычно в Ізраїлі прийнято, що тільки три чоловіка знають о твоїй зарплаті. Це сам работник, его работодатель и налоговый инспектор. Ну, еще там, может, супруга или супруг, это четвертым. А, ну, если это, конечно, шучу, и понятно, что... Я пытаюсь про среднюю заработную плату, да. То не конкретно. У нас это, смотря с какой стороны рассматривать вопрос. Важно, знаете, как, не как голосуют, а как считают. Так вот, если мы рассматриваем этот вопрос, сколько непосредственно человек получает, то есть зарплата брута, это зарплата до вычета налогов и социальных сборов и пенсионных, и нетто. В Израиле очень большие вот эта вот часть социальных сборов и налогов. Где-то, ну давайте возьмем от 4 до 14 тысяч долларов, это зарплата до налогов. При этом после налогов она может быть от 3 до 7. То есть после налогов она совпадает вот с, частично уже с рынком даже Украины, тех айтишников, которые в Украине получают так. Свои доходы. Поэтому в этом плане есть даже какое-то равенство. Давайте поговоримо про IT-бізнес у Дніпрі. Що можна сказати про його конкурентну спроможність на українському та світовому ринках? IT-бізнес Дніпропетровський, я помню, вже существував 2003 года, то і раніше. Я с ним столкнулся где-то в этих годах. Могу сказать, что великолепный уровень специалисты. В Украине насчитывается по разным оценкам, разные статистики, по-разному считают. Ну, давайте брать приблизительно около 5000 IT-компаний. Туда немножко входят и хай-тек-компании, в Украине есть такие. Ну, это вот приблизительно то количество компаний, которые сегодня есть на рынке. И где-то приблизительно чуть меньше 600 компаний есть в Днепропетровске. То есть это довольно большая часть всего рынка. И днепропетровские компании ничем не отличаются по своему уровню специалистов от любой другой в Украине. В принципе, сегодня мир глобален. И в этом есть преимущество в том, что в разных частях света люди с одинаковыми знаниями могут и способностями могут себя проявить приблизительно одинаково. И это в этом плане Днепропетровск не отличается от других городов Украины и, в принципе, всего мира. А чи можна порахувати, яка взагалі частина українського ринку IT припадає саме на Дніпро, на наше місто? Ну, я вам сказав, приблизительно 600 компаній з 5000 – це Дніпропетровськ. В численному направлении теж дуже сильно є різниця, як вважати. Где-то в районі 12-15 тисяч разработчиков в Днепропетровске. Ну, это очень условные цифры, поэтому тут много можно поспорить. Но это вот тот порядок цифр, который есть в Днепропетровске. Я видел статистики, которые до 25 говорили, есть статистики, которые говорят 9. Ну, я думаю, вот где-то посередине, истинно где-то посередине. А взагалі, на вашу думку, як вплине пандемія, епідемія коронавірусу COVID-19 на розвиток технологій і на IT-сферу в цілому? Ви знаєте, із нашого опиту, ізраїльського опиту,
на любая кризисная ситуация, она имеет две стороны, две медали, две стороны одной медали. И с одной стороны, это проблема, и это сложная медицинская, техническая, экономическая вопрос, который надо как-то решать. А с другой стороны, это новые возможности. Вот мы больше года назад привозили к себе различных специалистов из Украины. Мы, как торгово-промышленная палата Израиль Украина, привозили из Украины различных из правительства специалистов и людей, которые хотели заниматься цифровой медициной. И нам было, уже прогрессивные люди понимали, что им нужно было заниматься. Ну, бюджеты было на это сложно получить. Государство не хотело перестраиваться так быстро в этом направлении. Все об этом говорили, но реальных шагов не было сделано. А сегодня пандемия дает возможность всем государствам, не только и Украине, в Израиле то же самое произошло, поменять весь подход к медицинскому направлению, к цифровой медицине. Развивает очень много аспектов, которые не связаны с медициной. Вот мы посмотрите, насколько увеличилось пользование интернета, или насколько увеличилась система необходимости в системе защиты для пользования интернетом. То есть cyber security, это кибербезопасность в домашних условиях, в условиях провайдера. Я не говорю сейчас о государственных военных вопросах, хотя и это тоже. Но в гражданской части это серьезное произошел скачок. Это, казалось бы, пандемия и кибербезопасность. Где они? А очень, очень близко, очень рядом. Второе – это направление, связанное с всякими средствами защиты, индивидуальными средствами защиты. Посмотрите, сколько всего сегодня произведено, и как люди по-другому смотрят на гигиену свою личную. Поменялось аспекты и немножко направление заболеваний вирусных других, не только пандемии. Да? То есть очень много аспектов. Меняется образовательная система. Сегодня дети учатся по Zoom или там, по Skype, по удаленной системе образования. Меняется система всего транспортной логистики. Логистические системы сегодня доставки домой вещей стали реальностью. Даже для тех людей, которые раньше этим не умели пользоваться. Меняется система транспорта в городе, меняется система отслеживания самих городов, управления городами. То есть целый ряд аспектов мы сегодня увидим, которые с технологической точки зрения – это большой скачок вперед. Жалко, что пандемия это являлась катализатором этого скачка, но будем использовать и в лучшем направлении то, что у нас сегодня есть. Так, дякую вам за оптимізм, дякую вам за змістовні відповіді. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Євгеній Шульгін, голова наглядової ради торговельно-промислової палати «Ізраїль-Україна». Це було актуальне інтерв'ю. Дякую, на все добре.